Всем привет, с вами Дарья Кей, и сегодня будет видео о бюджетной, не косметике, а одежде. Видео о летнем гардеробе я уже сделала, и сегодня я хочу сделать видео о бюджетном гардеробе на лето. Короче, далеко ходить я не стала и решила обратиться к российскому производителю, к сайту и интернет-магазину Гипюр. Но начну, наверное, я с аксессуаров. Первое, что я там заказала, это вот такой вот чокер. Чокеры с 2016 года я стараюсь остерегаться, потому что все начали их носить, и это стало мейнстримом. Собственно, что становится мейнстримом? Сразу же выходит из моды, на этих людей начинают показывать пальцем, как говорить, что с ними что-то не так, потому что они всего лишь просто носят одинаковые вещи. Ну и я тоже не сторонник носить какую-то вещь, которая есть у многих людей, поэтому я решила воздержаться эти несколько лет. И тут я увидела блестящий чокер, который подумала, что можно использовать для каких-то фотосессий, и решила приобрести. Но, наверное, вкупе с моими веснушками, звездочками блестящими смотрится too much, но, в принципе, я думаю, норм. Так, следующий аксессуар. Это кольца. Мои любимые кольца. Если я вижу кольца интересной формы, то я их обязательно покупаю. И желательно в серебре, либо серебряного цвета. Это не серебряные кольца, закос под серебро. Но, например, если кто-то себя только-только начинает пробовать в коллекционировании колец, я думаю, можно начать не натурального металла, чтобы вы поняли вообще, ваше это или нет, а потом сделать, допустим, такой же дизайн, только из серебра. Вы очень часто спрашиваете, где я приобретаю очки своих странных форм. Эти очки хоть и не странные, но я решила их тоже взять, потому что у меня давно не было таких черных массивных очков, типа а-ля скрываясь от папарацци, ну вот что-то в таком плане. И поскольку они стоили каких-то копеек, мне, естественно, захотелось их взять. Я думала, они придут в целлофановом пакете, но вы представляете, они пришли вот в таком вот чехле, который противоударный. И я набрала колец золотых. В принципе, актуальный аксессуар, но я не знаю, куда я его надену, потому что я все-таки сторонник серебряных украшений. И дальше мы потихоньку передвигаемся к одежде. И из одежды я начну, наверное, с футболок. Нужная и простая вещь. Вязаная серая футболка, которая, кстати, немного просвечивает, и из-за этого нужно одевать какой-то топ под нее. Мне очень понравилось, как она смотрится на сайте, и я думала, что вот, я подзагорю, и тогда уже я буду носить эту футболку, так что пока что она у меня лежит, и я думала носить эту футболку в очень странном комплекте, в паре со спортивными шортами. Переходите на мой инстаграм и следите за луками, возможно, вы увидите это гениальное сочетание. Но в любом случае, шорты эти можно носить с белой футболкой, которая тоже у меня есть. И если уж что, то вязаную я, допустим, одену с какими-то брюками, а спортивные шорты с обычной белой футболкой. Лайчочки сегодня расставлять не буду, но поставлю один большой лайчочек сервису, который помог мне сэкономить деньги, кэшбэк-сервис Lady Shops. Это сайт, на котором вы, зарегистрировавшись, можете вернуть какой-то процент с покупки. Если этот товар, который мне нужен, есть в одном из магазинов на Lady Shops, то я обязательно его куплю с кэшбэком. А чтобы не забыть, мне в этом помогает расширение. Давайте я быстро напомню, как это сделать. Заходите на Lady Shops, регистрируйтесь, мне это уже не надо. Вам придет уведомление на почту, подтверждаете. После чего просто устанавливаете расширение, как у меня, все готово. Дальше выбираете магазин, покажу Гипюр, на котором я все это покупала. Видите процент, переходите на него. Если вы часто покупаете онлайн, да и вообще, в принципе, покупаете онлайн, то я очень даже советую не пренебрегать вариантом покупать чуть дешевле, чем обычно. Поэтому мне удалось сэкономить и получить кэшбэк обратно себе в корзину. И есть вещи, которые я уже успела примерить и даже сделать а-ля фотосессию. Это было максимально смешно. В моих розовых мечтах несусь я такая в этом платьишке по полюшку. Беру сумочку с яблочками, нагружаю туда все для пикника и делаю пикник. Получилась какая-то доярочка, а не девушка на пикнике. Но, к счастью, мои мечты исполнены, и бюджетный пикничок у меня получился с арбузиком и гвоздичками. Захотелось как-то обыграть максимально простое платье, в данном случае нежно-голубое, воздушное и легкое, добавив плетеную сумку с красными яблоками. Да,
Да. После этих гениальных идей сразу же возникла мысль о море и то, что нужен какой-то купальник. Первой моей жертвой стал вот такой вот интересного узора купальник. Он мне напомнил купальник из 90-х. Такой носила моя мама, какой-то фиолетовый, голубой, непонятные разводы, что-то там краска упала, растеклась по белому холсту. Мне показалось это нереально прикольным. Я думаю, сделаю какую-нибудь фотосессию опять в стиле 90-х, все будет круто, йо-йо. Но пока на море еще не съездила, и пока что этот купальничек я положу к остальным, и он будет ждать моего отпуска, который не знаю уже, когда придет. Следующий купальник в стиле пинап. Завышенные трусики и очень милый верх в виде топика на завязочках, принт бананы. Очень мило, стильно, как мне показалось. Боже мой, куда я вот это надену, можете мне сказать? Следующий комплект, кстати, подойдет как-никак к моим сегодняшним веснушкам. Он очень лаконичный, стильный, как будто бы из будущего. В этом комплекте брюки-килоты, они не очень нравятся парням, но мне вот они очень нравятся. Они такие квадратные, до щиколотки, разлетающиеся, как просто какой-то парашютист, но, в принципе, стильный парашютист. Этот костюм кажется более разлетающимся, потому что в нем есть еще разрезики. По бокам идут полоски, которые также перекликаются с полосками на топе. Бултыхаются в разные стороны. В общем, мне понравился этот набор. Я сейчас сижу в платье, как раз-таки черного цвета, оно выглядит как будто бы какая-то черная лаковая кожа. Они на самом деле одеваются как обычно на других платьях, но у этого платья очень сильный разрез, и это, если честно, меня немного смущает, потому что я не люблю откровенные наряды. И в этом платье, скорее всего, я просто так не похожу. И его тоже нужно куда-нибудь туда, к морю, отправить, потому что каждый день в таком платье, ну, ты будешь смотреться вульгарно. Если еще оденешь такой чокер, то тебя как бы просто сразу же заберут, посадят в машину и увезут. Вот так. На сайте Гипюр есть такая же недорогая обувь, как и одежда. И эти плетеные босоножки я приобрела там. Естественно, это не кожа. Очень неплохой вариант, также для лета на один сезончик. Вот я такой человек, который любую вещь, даже самую качественную, может превратить просто в мясо какое-то, в какую-то рванину. Поэтому я могу купить и качественную вещь, и дешевую, и одинаково их ухайдокать. На обуви, особенно на зимней и осенней, лучше не экономить. Но на лето можно взять вот такие вот шлепки и как бы не брезговать этим. Следующая вещь уже на мне, и это ярко-ярко-ярко-ярко-ярко-ярко-розовый жакет. Его я заказывала, чтобы сделать монолук со своими розовыми босоножками. Но они оказались немножечко другого тона. Но в принципе, когда вместе все одеваешь, смотрится хорошо. Потому что разные оттенки розового тоже уместно сочетать. Его можно использовать как платье. Какая-то у меня мания пошла на розовый цвет. Надеюсь, я не потеряю свои мозги. Шутка классная была, да? Смешно. В таких классических вещах я чувствую себя максимально комфортно. Потому что я знаю, что он и фигуру мне подчеркивает. И смотрится не вульгарно, потому что это классическая вещь, хоть он и короткий, но поскольку еще у меня еще такой тип фигуры, когда широкие плечи и маленький таз, и поэтому ноги у меня всегда худые, а место, где плечи и талия, она может быть, ну, таких разных размеров, вот, и поэтому такие вещи, ну, как бы, как мне кажется, подходят мне по фигуре. То есть они ее подчеркивают. Я не стыжусь, что у меня такой формы фигура. Мне нравится открывать ноги, допустим, и закрывать плечи. Также, естественно, я люблю вещи, которые подчеркивают талию, делают плечи меньше. Но меня никогда не отталкивали вот такие вот пиджакоподобные платья. Всегда казалось, что в них как-то прикольно все. Класс. Я за то, чтобы носить летом яркие оттенки. Вот точно. Такая... половина черных вещей. Класс! По крайней мере, постаралась разбавить их яркими вещами. Его можно носить просто сверху какого-нибудь платья. Допустим, просто носить как пиджак. Я проэкспериментирую, может быть, я буду его носить еще с чем. Но не хочется делать многослойность с такими яркими цветами. Монолук, мне кажется, самая тема. Вот такая вот была у меня сегодня бюджетная корзина. Не забывайте экономить с Lady Shops. Эти все лютые сочетания, конечно, too much, где-то не too much. Пишите, понравилось, вам не понравилось. Какой летний? Составили ли вы уже свой бюджетный летний гардероб? Ой, блин, хочу на море, что делать? Купаться просто, зарыться в песок, обложиться камнями горячими.
а не вот это вот все. Страйзины на носу – это эссенс. В принципе, я не должна вульгарно выглядеть с этим чокером. Что это? Что такого? Ссылочки, естественно, будут где? В описании. Такой вот незамысловатый у меня на самом деле гардероб получился. Шорты, майки, какие-то летящие вещи, ничего утягивающего. Ничего утягивающего, стягивающего жиры, сковывающего ваше движение, нет. Лето, нужно особо не париться насчет одежды, главное, чтобы было не жарко и комфортно. Собственно, когда я парилась? Криво, косо, но я его собрала, надеюсь, вам он понравился, так что ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока!